предки по следам тайной космической программы. Я потеряла тебя, жизнь моя. Когда? Когда играли в прятки. Ты спряталась от меня уже четверть века как. Тщетно пытаюсь найти тебя там и сям. Я уже досчитала до 788 400 000 и ищу тебя уже несколько лет. Подай мне какой-нибудь знак. Подкинь перышко или урони вазочку с полочки утром. А может, ты подаешь мне знаки, да я не могу их понять? Вот это боль в сердце или похищенное внимание. Это твои знаки? Но почему они остаются лишь знаками, за которыми ничего не стоит? Это не знаки, раз они не указывают на нечто. Манифестируют себя как знаки, а за ними пустота, а не жизнь. Если нет тебя, жизнь моя, то нет и меня, живущей тобой. Кто же тогда я? Отсылка к тому, чего нет и не было. Моя активность, отсылающая ко мне, была встроена в чужую, не мою жизнь. Кто-то лишил меня, оставив лишь мою активность и энергию, текущие в чужой жизни. И теперь этот чужой покинул меня, возвратив в мое тело эту активность и энергию. А я не могу найти себя в нем. Как будто я все еще вне его. Прятки по следам тайной космической программы.